Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Евгеньевна Пыжонкова. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна! Здравствуйте, Ирина! Сегодня очень хотелось бы поговорить с вами о комплексе ГТО. Это аббревиатура, которая, как все знают, обозначает «Готов к труду и обороне», известна многим еще со времен Советского Союза, но вот в 2013 году руководство страны решила возродить этот комплекс, что, в общем-то, успешно выполняется. Хотелось бы узнать, на сегодняшний день жители нашего города, нашей области, насколько охотно идут на сдачу этого комплекса? Вы знаете, достаточно популярен комплекс. Даже судя по тем цифрам, которые мы имеем сейчас, у нас уже около 4500 получили знаки ГТО, из них 2002 человека золотые знаки, поэтому комплекс популярен, комплекс пользуется спросом у нашей молодежи, в этом году уже и у взрослого населения. Еще интересен факт, что Общественная палата Российской Федерации рейтинговала регионы, независимый был мониторинг, по поводу как раз реализации комплекса ГТО на местах. Так вот, Рязанская область заняла в этом рейтинге второе место по двум критериям. Оценивалось по информированности населения, о комплексе ГТО знают ли люди или не знают, сдают, не сдают, и по поводу эффективности использования средств на реализацию комплекса ГТО. И вот нас только Псковская область опередила, мы вторые из 85 регионов. Но вот это говорит о том, что людям нужно, потребность есть, но тут тоже важно обратить внимание на то, что комплекс ГТО носит добровольный характер. Принуждать к выполнению норм ГТО никто никого не будет. То есть это внутренняя мотивация самого человека на то, чтобы совершить какое-то действие. Ну вот так. А с вашей точки зрения, вот почему он настолько популярен? Потому что развивается у нас физическая культура, спорт? Безусловно. Последний тренд – это все-таки среди молодежи особенно, это занятие спортом, это быть здоровым, красивым, молодым. Это модно, это здорово. Комплекс ГТО 3 года назад был введен указом президента совершенно своевременно, потому что это и внутренняя мотивация и молодежи, и детей на то, чтобы систематически заниматься физической культурой и спортом, потому что если ты знаешь, что даже то, что ты получаешь золотой знак, и у тебя есть определенные преференции, ты можешь при сдаче ЕГЭ получить дополнительный балл для поступления в ВУЗ, это уже здорово, это уже внутренняя мотивация с самого начала, да, школьного пути. То есть это уже государственная политика такая своеобразная, да. Поэтому люди занимаются, люди стремятся, и нужно сказать, что мы наблюдаем вот в регионе так за 3 года у нас систематически занимающихся спортом было 3 года назад 29%, то сейчас уже 35%. То есть люди начинают приобщаться, начинают заниматься, а в этом году вообще интересно у нас взрослое население и очень активно достаточно. Мы проводили областной фестиваль ГТО среди всех категорий населения, и районы очень активно включились, и город Рязань в том числе, и взрослое население активно начинает сдавать нормы ГТО с этого года. Но это вот очередной этап реализации комплекса ГТО. А каковы вообще нормы ГТО для различных категорий граждан? Да, существует 11 ступеней по возрасту, начиная от 6 лет до 70 лет и старше. И, естественно, идет градация по гендерному принципу женщины-мужчины. Да, естественно, они разные нормативы. И по трудности. Это бронзовый значок, серебряный значок и золотой знак. И есть обязательные нормативы, и есть нормативы по выбору. То есть человек может выбрать. Но вот из обязательных нормативов, какие можно назвать? Это бег, это подтягивание, это отжимание, это наклоны с гимнастической скамьи вперед. Это вот обязательное, как бы, да, такое наполнение. А среди вариативных, которые по выбору можно выбрать, это и плавание, и метание снаряда, и стрельба из пневматической винтовки. То есть тут можно уже и другие нормативы. Со всем с этим можно познакомиться на сайте gto.ru. Это полностью представлены все нормативы по всем возрастам, ступеням и вот как раз по половому принципу. И, пожалуйста, знакомьтесь и начинайте работать над собой. Татьяна Евгеньевна, а вот если человек хочет сдать эти нормы, каким образом это возможно? Что ему нужно сделать для того, чтобы осуществить свое желание?
Для того, чтобы сдать нормы ГТО, ну, во-первых, нужно физически подготовиться к этому, да? Во-вторых, зарегистрироваться на сайте gto.ru. Это единственный сайт, который, где систематизируется вся информация о, об участниках, о самом комплексе. Зачем нужно зарегистрироваться? Получить уникальный идентификационный номер. То есть там вы уже будете значиться под определенным номером, с которым вы можете прийти в ближайший центр тестирования и записаться на сдачу определенных нормативов. Помимо этого, нужно еще получить медицинский допуск, потому что к сдаче норм ГТО допускаются здоровые люди. Это естественно, это понятно, это ни для кого не секрет. И потом на сайте gto.ru в режиме онлайн можно отслеживать свои результаты. Это тоже, в общем-то, вот для людей сделано, чтобы люди видели, как они выглядят, и в сравнении даже с другими посмотреть. И также на сайте gto.ru есть вся информация о реализации комплекса. Вот как я уже сказала, и нормативы, и требования, и возможности. У нас во всех муниципальных образованиях Рязанской области созданы центры тестирования. Вся информация по адресам, по контактам есть как раз на этом сайте gto.ru. А как вообще происходит сдача? Это получается несколько дней? Безусловно. Сдача норм ГТО происходит в рамках официальных мероприятий спортивных, которые проходят на территории района, муниципалитета, города. И в рамках вот этих мероприятий можно как раз сдать нормы ГТО. Ну, например, проводили мы «Лыжню России». В рамках «Лыжни России» по выбору, кстати, этот вот норматив, и дети, и взрослые могли сдать. У нас, кстати, сдали нормы ГТО на «Лыжне России». Проходит спартакиада трудящихся Рязанской области, пожалуйста, там тоже предполагается. Проходил зимний фестиваль ГТО, многие сдали в рамках фестиваля. Областной фестиваль ГТО тоже проходил, общий тоже, пожалуйста. То есть в центре тестирования индивидуально подойдут к каждому человеку, который придет, все объяснят, скажут, когда, где можно сдать определенные нормативы, потому что вы же еще определитесь с перечнем тех видов, по которым вы будете сдавать, да, и поэтому это все делается в индивидуальном порядке. А в ближайшее время в нашем городе планируются какие-нибудь масштабные мероприятия, на которых также можно будет сдать этот комплекс? Безусловно. В открытом доступе есть вся информация на сайте Управления по физической культуре и спорта города Рязани, где полностью календарный план вывешен. Можно посмотреть, обратиться и принять участие. Тем более, вот у нас ближайший будет кросс наций. Пожалуйста, бег и вперед. Это будет в сентябре. Уже один норматив сдадите. А вы можете вот сказать на сегодняшний день, с начала года, какое количество рязанцев уже сдали нормы ГТО? Ну вот по сдающим я уже сказала цифры. Нужно сказать, что на данный момент на сайте gto.ru зарегистрировано 49 тысяч рязанцев. Это достаточно большая цифра. И только в этом году, с начала года, зарегистрировалось 9 тысяч человек. То есть 9 тысяч человек потенциально для себя приняли решение, что, вероятно, в этом году или в ближайшее время они сдадут нормы ГТО. Ну, а вот по знакам я вам сказал, около 4500 уже получили знаки ГТО, но это вот те, кто получили результаты. Сдающих, безусловно, в разы больше, потому что не каждый с первого раза может получить знак ГТО. Ну, давайте так честно говорить, да? Ну, это, наверное, сложно. Хотелось бы нам самим попробовать. Отлично. Попробуйте, потому что мы считаем, что нормативы, они достаточно доступны для большинства людей, у которых нормальное физическое развитие, так скажем. Они же создавались не для того, чтобы воспитывать спортсменов высших достижений. Они как раз рассчитаны на обычных граждан, которые занимаются своим здоровьем, своим состоянием и хотят вот себя реализовать вот в этом комплексе. Татьяна Евгеньевна, а как получается? Вот смотрите, я, допустим, да, хочу сдать нормы ГТО. Я сама должна выбрать, хочу я получить золотой значок, серебряный или бронзовый, и в соответствии с этим уже смотреть нормативы. Или я просто выбираю нормативы, сдаю, а уже комиссия решает, какой значок я получу. Безусловно. Конечно же, вы сдаете норму ГТО, и уже на каждый знак прописано, да, сколько раз нужно, например, отжаться или подтянуться, или для мужчин рывок гири сделать. И, естественно, если ты выполняешь, ну, предположим,
скажем, 8 раз, да, у тебя бронзовый значок. Если 10, у тебя серебряный. Если 15, у тебя золотой. Естественно, все ранжировано и, естественно, все критериально определено. То есть нужно готовиться, ну а результат, он покажет то физическое состояние, которое у тебя есть на данный момент. На сегодняшний день, насколько я знаю, норма ГТО пользуется большой популярностью среди школьников. А в школах ведется какая-то работа, объясняется детям, что это, зачем? Безусловно. Во-первых, корректируются и программы по физической культуре, потому что понятно, что задачи перед учителями физкультуры тоже ставится такая трендовая, что физическое развитие воспитанников должно соответствовать, да, тому уровню, который вот по значкам ГТО идут, потому что ребята, получая вот эту информацию, они прекрасно понимают, к чему они себя должны подготовить. Но это вот если смотивированный человек. А у нас сейчас молодежь, поверьте, очень мотивированная в этом плане, и любая возможность реализации, она принимается. Поэтому, безусловно, такая пропагандистская работа ведется, разъяснительная работа, и не только на уроках физкультуры, но и вообще в школах, потому что это исполнение указа президента, и, естественно, указ президента, во-первых, знать нужно, а во-вторых, его реализовывать. Но опять-таки говорю, принцип добровольности здесь никто не отменял. То есть это личное желание каждого человека, каждого ребенка. Но у нас, как правило, вот среди 11-классников, кто на выходе, уже по максимуму люди хотят сдать, сдают, получают значки, получают дополнительные баллы для поступления в ВУЗ и пользуются этим правом. Ну, если с молодежью все понятно, то взрослых людей, наверное, замотивировать не так легко и просто. Вот вы бы почему посоветовали таким уже зрелым людям все-таки попробовать себя и сдать нормы ГТО? Ну, во-первых, даже это интересно для себя, для самого посмотреть, да, что ты из себя в физическом плане представляешь. Это раз. Когда ты первый раз сдал нормы ГТО, ты понимаешь, стоит тебе над чем-то работать или у тебя все в порядке, и, в общем, ты молодец, надо поддерживать себя на том же уровне. Ну и в-третьих, это здоровье человека. Да, это же не те нагрузки, которые испытывают, вот как я уже говорила, профессиональные спортсмены, а это совершенно нормальные нагрузки. Но к тому, чтобы сдать на значок, себя тоже нужно готовить. Это опять-таки преодоление себя какое-то, да? То есть это опять внутренняя мотивация для того, чтобы с собой заняться. Лучше вкладывать, как мы говорим, в здоровье, чем вкладывать потом в лечение. Ну, согласитесь. И мы проанализировали вот росстатовскую информацию по платным услугам, которые предоставляют в Рязанской области наши физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры. И, вы знаете, в себя вкладывают, потому что не падает, несмотря на то, что непростая экономическая ситуация в стране, люди вкладывают в здоровье. Даже коэффициент растет. То есть есть отрасли, которые просели, да, куда не несут деньги, а в себя все-таки человек хочет вложить, потому что правильно, человек, когда себя ощущает хорошо, когда он здоров, да, здоровье – это самое важное, что есть у человека, а комплекс ГТО как раз позволяет себя к этому подготовить, проверить, ну и идти дальше. Татьяна Евгеньевна, большое спасибо, что нашли время прийти к нам. Мы будем готовиться к сдаче этого комплекса и надеюсь, что наши телезрители тоже воодушевились и попробуют свои силы. А мы вас будем ждать в центрах тестирования. Все, спасибо большое. Наша программа на этом подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках.